Всем привет, меня зовут Толя Ярцев, и вы находитесь на моем канале «Музыка, видеоигры и прочие вещи». Сегодня я бы хотел показать вам еще одну очередную секвенцию. Она будет отличаться от других, потому что там будет логика совсем другая. Вот, она будет основана на арпеджио аккордов, септ-аккордов. Вот, но прежде чем мы перейдем к этой секвенции, обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на тему секвенций, теории музыки, видеоигр и прочих тем. Вот. И еще напоминаю о действующем розыгрыше. Приз – это бесплатное занятие в моей школе онлайн по скайпу. Вот. Я сегодня опять показываю вам секвенцию. Я планирую запустить еще одну серию видеоуроков, которая будет называться «Кусочек музыки». Она немножко запаздывает сейчас. Вот я планирую с секвенциями более-менее так остановиться и потом начать делать уже эту серию видеоуроков. С кусочек музыки, вот. Чтобы участвовать в конкурсе, надо написать либо под видео, под секвенциями, написать логику, которая заложена в основе этой секвенции. Я буду любые хорошие попытки поощрять вот призами, вот этим вот бесплатным занятием в моей школе. Вот. То есть это не обязательно написать правильную логику, но хорошая попытка будет уже учтена. Вот. И также вот то, что серия видеоуроков у меня стартует скоро, посвященных кусочку музыки. Вот. Тоже будет приз разыгран. Для этого надо будет либо в комментарии, либо на почту мне, или еще как-то прислать видео или аудиотрек с использованной вот этой идеей, которая будет заложена в кусочке музыки. Вот. Я, опять же, повторюсь, я пока еще не начал эту серию видеоуроков, но планирую начать, пока еще не знаю, когда, но вот как с секвенциями более-менее, так покажу секвенции побольше разных. В общем, ну, стартует эта серия видеоуроков по-любому. Ну ладно, перейдем к сегодняшней секвенции с септаккордами. Вот, я буду играть секвенцию от разных струн. Сначала шестая в пятая, четвертая по всему грифу, потом пятая, четвертая, третья по всему грифу и так далее. Но я сейчас сыграю по всем струнам и, в общем, на этом можно будет закончить. Вот, все, поехали. Еще раз. Сейчас. Сейчас, секунду. Чтобы лучше гриф было видно. Дальше следующий вар струн. Тройка струн. Следующая. Еще раз. И последнее. Сейчас, секунду. Ну, вот такая секвенция. Вот, если узнаете, какая-то логика в этой секвенции заложена, напишите мне в комментариях, вот, и не забывайте про розыгрыши другие, скажем, серия видеоуроков, кусочек музыки и секвенции, вот. Спасибо за просмотр, если понравилось видео, жмите на лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями и делайте всякие такие вещи, которые там я уже в конце каждого видеоролика повторяю, вот. С вами был Толя Ярцев, канал «Музыка, видеоигры и прочие вещи», всего вам доброго.